Салат Лола Росса. Выбирая, какой фирмы семена лучше, предлагаем ознакомиться с информацией о нашей продукции, к примеру, о салате. Одним из самых любимых и необычайно красивых салатов бесспорно можно назвать салат Лола Росса, который по праву считают украшением стола. Резные вьющиеся листья салата прекрасно дополняют салаты, бутерброды и блюда из мяса, а его ореховый с горчинкой вкус придает блюдам пикантности. Не зря диетологи всего мира уделяют особое внимание этому салату, так как в нем содержится много кальция, что очень важно. Он способен регулировать содержание гемоглобина в крови, а также снижать уровень вредного холестерина в организме человека. Салат Лола Росса может быть бледно-зеленого или кораллового цвета, листья его собраны в розетку, что придает ему объем и необычайную красоту. В основном салаты с применением сорта Лола Росса заправляют оливковым маслом первого отжима и уксусом бальзамика, соком лимона или лайма. Диетологи настоятельно советуют включать в рацион питания салат Лола Росса при диабете, ожирении, а также при бессоннице.